В областном центре крови стартовала акция «Подари жизнь». Граждане старше 18 лет смогут стать донорами крови и спасти жизнь и здоровье другому, пусть и незнакомому человеку. Эта акция привлекла многих. Возможность сделать доброе дело привлекла людей разных возрастов и профессий. Донором может стать каждый здоровый человек. Стоит отметить, необходимо быть старше 18 лет, весить больше 50 килограммов и не иметь медицинских противопоказаний. Донорство совершенно безопасно, безвредно и даже полезно для организма. Для участника турнира «Казахстан Барысы» Нурсултана Мангышева сдавать кровь – дело непривычное. В центре крови спортсмен впервые. Сначала 24-летний борец ответил на вопросы врача о самочувствии и возможных заболеваниях. Ему измерили давление и уровень гемоглобина. Взяли кровь для определения группы и резус-фактора. Все в порядке, теперь можно сдавать кровь. После процедуры Нурсултан признался, что чувствует себя хорошо и очень доволен, что его кровь может спасти чью-то жизнь. «Я чувствую себя отлично, голова не кружится. Существует ряд заболеваний, при которых жизнь пациента можно спасти лишь путем переливания крови. Я рад, что стал донором». Акция «Подари жизнь» стала частью масштабного республиканского проекта «25 благих дел к 25-летию независимости Республики Казахстана». Мероприятие будет проводиться до декабря текущего года в рамках пятимесячников. Здоровое тело, здоровый дух, социальная поддержка, береги семью, спеши сделать доброе дело, а также единство и независимость Казахстана.